Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости ТОЛ. Сейчас я вам покажу домовладение, денежное описание, укажу его стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится в Краснодарский край, Курганинский район, поселок Степной. Смотрим. Друзья, вот такое небольшое домовладение. Почему небольшое? Смотрите, рассказываю. Когда-то колхозы строили дома на 4 хозяина. Левая часть, получается, сзади две квартиры и вот эта квартира. Получается, в совокупности 4 квартиры. Здесь статус квартиры. Но здесь, друзья, вот досмотрите ролик до конца, за такую сумму реально интересное предложение. Опять же, это для тех, кто ищет недорогое жилье и чтобы было не так много земли, потому что такое иногда бывает. Ну, именно я имею в виду требования. Так, давайте по поводу участок. Участок, вот, который вы сейчас видите, он небольшой. Мы видим с вами вишня, слива, вон абрикос, груша, потом цветущие какие-то растения, яблоня, сирень, потом яблоня и вот такая вишня. Вот, в принципе, домик для двух человек максимум, огород, все это есть без проблем. Самое главное, что меня радует, что там есть все удобства. Вот то, что вы сейчас видите, там забита скважина, стоит автоматика и, конечно, подается именно в дом. Сам дом полностью кирпичный. Кстати, чуть-чуть сейчас отойду, может быть, не заострил на это внимание. Кровля полностью шиферная, но в хорошем состоянии. Я думаю, камера это зафиксировала. И радует, что фасад, в принципе, хороший, широкий. Видите, у нас забор. И спокойно вы можете здесь в будущем, если необходимо, гараж сделать. Но это не обязательно. Почему? Потому что у них еще участочек. Кстати, видите, вот калитка. И у нас вот такая тротуарная плитка. И смотрите, вот здесь касается еще, что хотел показать. Вот видите, навес. Вот этот навес и сарайчик, он относится вот к этой квартире. И вот что вы сейчас видите, это тоже земельный участок, который относится именно к этой квартире. Вот через эту калитку. Мы видим вот такой небольшой навес. Ну, в будущем можете здесь разместить столик, лавочку и отдыхать. Электрический счетчик. Вот он. И, естественно, пластиковые окна, вот, которые вы видите сейчас спереди. Так, в принципе, состояние абсолютно нормальное. Никаких трещин, ничего нет. Кстати, здесь старый кирпич колхозный, а вот это была пристройка. Вот сейчас домик внутри зайдем, посмотрим с вами и оценим его. Вот зашли мы в дом. Вот эта пристройка, про которую я вам говорил. Обязательно у нас есть отопление. Видите, радиатор, пластиковые окна. Потолок в пластике. Пластиковое окно тоже с этой стороны. Вот такая у нас металлическая дверь. Вот здесь. А здесь, друзья, пластиковая дверь. Теперь смотрите. Вот у нас с этой стороны видно раковина, ванна, естественно, туалет. Все в плитке. Обратите внимание. Единственное, что, смотрите, друзья, вот здесь трещина. Вот здесь трещина. Почему? Ну, вот эта пристройка, наверное, что-то неправильно залили фундамент, и здесь пошла трещина. А так, в общем, здесь состояние нормальное. И обязательно радиатор в ванне тоже есть. По поводу двери мы видим с вами вот такую дверь. Все закрывается. Тоже межкомнатная дверь. И теперь смотрите. Вот это кухня. Кухонная зона, где кушать, готовить будете. Где кушать будете, стол. В этой части располагается холодильник. Друзья, смотрите, вот газовый котел. Все работает, все современное. Полы тут деревянные, в хорошем состоянии. Вот видим мы с вами газовый счетчик. И давайте зайдем. Мы видим с вами первую комнату. В этой части пластиковое окно. Вот давайте вот так сейчас сделаю. Видите? Радиатор. Стены в хорошем состоянии, высокий потолок. Ну, это, друзья, печка. Вот видите, форсунка она осталась, ее не стали отключать. Так, межкомнатная дверь тоже тут.
И, кстати, потолок натяжной. Ну, тут осталось люстру вам повесить и все. Вот у нас другая комнатка, она небольшая. Тоже пластиковое окно. Радиатор. В этой части у нас располагается кровать. Тоже натяжной потолок. Ну, осталось люстру повесить и все. Ну, вот то, что здесь вот это не отделано из-за того, что это печка. Вот ее не стали сносить. Можете в будущем плитка делать и все. Ну, давайте вот этот угол еще покажу вам. Вот так. Так, дальше. И сама гостиная. Ну, гостиная, я не знаю, можно по-разному назвать. Смотрите, как вам удобно. Вот самая большая комната. Вы ее видите. Обои. Большое окно. Обязательно радиатор. Давайте сейчас так отодвину, вам покажу. Вот, видите. Ну, стены тут, конечно, друзья, добротные. Тут стены как минимум 35 сантиметров. Тоже обои, натяжной потолок, люстра. Тут, конечно, уже все, ну, сам дом реально в хорошем состоянии. Так, ну, друзья, показал вам как бы вот такое небольшое домовладение. На самом деле это статус квартиры, чтобы вы понимали. Вот, ну, тут, конечно, земли не так много. Ниже в описании обязательно укажу его стоимость, общую площадь и, конечно, площадь самого участка. Самое главное, что он находится в Краснодарский край, Курганинский район, поселок Степной. Радует, что школа, садик, все шаговой доступности, маршрутки проходят. Ну, в принципе, в поселке все, что необходимо, друзья, есть. Это обязательно, чуть попозже я сделаю на него обзор. Вы не путайте, есть поселок Степной, Белореченский район, а есть поселок Степной, Курганинский район. Друзья, ну я думаю, мы на этом закончим. Будут вопросы именно по этому домовладению, можете лично мне писать, звонить. Мой номер телефона указан ниже в описании. Также задаем вопросы в комментарии, буду в ближайшее время на них отвечать. Ждем очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков, агентство недвижимости Титул. Пока-пока!